пока ехали мы обратно с центра Сочи, не так часто мы туда ездим по каким-то делам. И знаю, что если любители хосты, решили мы, наверное, заехать через хосту, проехать, показать, ну, этот район, как бы, да, потому что... Показать, ну, какая она осенью. Да, да. И какой там, сколько там народов. Ну, вообще, да, просто проехать через хосту. Потому что многие прям любят хосту, многие там отдыхают, я знаю, в санаториях. И прям вот даже есть такие любители хосты, которые там, ну, звонят клиенты, говорят, мне только хосту, вот прям хосты, я там 20 лет уже отдыхаю в одном и том же месте, там, то есть ему нравится. На самом деле вот хоста, она тоже имеет ряд преимуществ. Это такой вот спальный район, тихий, в нем сосредоточена, ну, вся инфраструктура именно для жизни. Вот. Но, к сожалению, там очень мало новостроек для того, чтобы что-то предлагать, только на вторичном рынке. Вот. И хосту, вот именно вот центр хосты, его как таковое вот не затронула олимпийская, так сказать, стройка, да, такого, что развязки, мосты, естественно, ну, тротуары, все это сделали. А, я имею в виду, чтобы так вот что-то новое там сделать не было. Там уже места, наверное, просто нет для того, чтобы что-то строить, что-то новое. Дома какие-то, новостройки, высотки. Я думаю, да. Потому что она же тоже как бы горная, и это все усложняет сразу стройку. Может быть, для кого-то будут знакомые места, так что пишите в комментариях. Вот. А хост отличается вот этой зеленью, да? Вот едешь прям насыщенно, так сказать, он зеленый. Но поэтому ее любят, потому что она такая компактная, зеленая, уютная. Вот то для есть... пенсионеров самая тихая, я бы даже так назвал, да? То есть вроде как и рядышком трасса, дорога, и пляжи своеобразные для кого-то там даже неплохие, да? Вот, но подальше, так сказать, от аэропорта подальше. Там, она такой золотой, может быть, в серединке находится. Поближе, да, к центру, то есть недалеко поближе доехать. Поближе к центру. Район очень хороший, вот прям, ну, в плане, допустим, моего мнения, вот, ну, недостатков я здесь не вижу, кроме того, что, допустим, нету... Ничего предложить. Ничего предложить, да. А так район очень классный, конечно. Сами видите, сколько зелени. Вот сколько ездил в хосте, там проезжал, я не заметил никаких особо пробок, там, допустим, заторов, каких-то сложностей. Ну, не знаю, может быть, не в те времена есть, но здесь санаториев достаточно, действительно, много. Хостинский район сейчас тоже застраивается частным сектором. Ну, то есть там и строят какие-то коттеджи, то есть вот это вот. Конечно, вот, ну, появляется где-то вот в новостной ленте там. Интересно, потоп хосту затронул? Ну, вот хостинскую больницу недавно показывали. А, да, там что-то было затоплено. Где-то рядом с речкой, то есть там ситуация, естественно, в любом районе будет. Я думаю, что и в центре Сочи тоже немножко плюхало где-то рядом с речками, да? В связи с тем, что здесь горная местность, здесь очень много, мне кажется, в Хосте сосредоточено всяких ущелий, водопадов, ну, таких вот природных экскурсий интересных. Бесплатных, причем. Ну да, бесплатных. Здесь также много мест диких вот этих для отдыха, да, таких там с... Ну и кемпинг тоже вот эти, пикниковые, да? Пикниковые зоны, да, и с рыбалками. Музей вот Хостинского района, да, вот указатель, сейчас проект с вами. И везде приходится так вот петлять, да, но не критично, то есть если вот мы по центру, допустим, едем, там прям вот, ну, резкие какие-то, да, вот районы есть прям спады, а здесь как-то все как-то плавно, но все равно не везде ровно. То есть вот, допустим, одна из улиц, насколько я помню, там что-то 50 лет СССР, что-то такое, да, 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 вот он, насыщенный вот этим старым жилым фондом, и пальмы, вы видите, такая улица для всех привычная, да, какой
акультуренная и достаточно ровная. Ну, в подобных домах стоимость за квадратный метр не ниже 100 тысяч за квадрат. Просто не ниже. То есть 100 тысяч это просто, ну, с так называемым ремонтом. На самом деле там все выносить надо будет. То есть она просто пригодна для того, чтобы вы смогли там жить. А может и непригодна. А может быть и будет уже и непригодна. Вам как все размыло. Да, вот здесь подмыло. Тут видно вот следы, да, они всегда остаются. Ил там, песок, что-то, грязь. Ну, даже, кстати, будет полезно, да, людям посмотреть хосту, ну, явные катаклизмы после вот этих наводнений, да, произошли ли они здесь, что-то вот очевидно. Хоста 18-й маршрут, который ходит. Ага. Хоста, и идет туда к нам, на Гастелло и дальше. До Гастелло. До Лазурной долины, да, он, наверное, идет. Ага. И вот этот автобус, он много захватывает здесь санаториев, то есть у любого санатория, по-моему, останавливается. Здесь же их много. Мы уже ближе к побережью, получается. Подъезжаем к морю. Сейчас уже мы уезжаем. Кстати, с тобой ни разу не были на Хостинском пляже, да? Здесь тоже много. Ну, вообще, да, я вот ни разу, мне кажется, не был. Ну, на Красный Штурм, это вот же Хостинский район. Ну, Красный Штурм, да. Я имею в виду прям пляж Хосты. Mm-hmm. Вот здесь же река уже проходит. А, вот здесь вот ты имеешь? Да, да. А, ну да, это же мы в Кудепсе были. Mm-hmm. Да, вот здесь мы не были. Да, хоста закончилась, сразу выезжаем опять на трассу, которая идет у нас в сторону Адлера и Абхазии, вот вдоль побережья. Море сегодня у нас после дождей не такое лазурно-красивое, но я думаю, что через пару дней все будет нормально. Купаться можно. Да, так что напишите комментарий, может быть, кто-то увидел свои родные места, так сказать, знакомые, может быть, да, кто отдыхал в Хосте. Ну и оставьте комментарий про Хостинский район, чем он отличается от других. Всем пока.